Ну что, ребят, продолжаем играть в доску. Ты, конечно, приболел, но все равно решил записать ролик, потому что прошла мини-игру. И какой-то новый файл Ханны Донтворт мы нашли. Отправляем его хакеру. Вот она. Шпионский режим. Так, что-то там Ричи пишет. Ты сначала рассказала об этом Сеня? То есть Сени? Мне, типа. Кому чему дать не пойдешь. Да, это так. Почему? Просто спрашиваю. Он у меня на первом месте. Почему он на первом месте? Тебе стоит быть осторожнее. Снова за меня волнуешься, ага. Да. Так. Сеня и я как-то сразу сдружились. Ты в порядке? Мне нужно тебе кое-что рассказать про Сеня. Так, что там про нас Ричи будет говорить, ё-моё. Что такое? Так. Что там Ричи про нас пишет, про меня? Погоди, я на минутку зайду в офис. Ладно. Это так раздражает. Ты сообщения читаешь? Ага. Да. А, ну он читает, он как раз для нас и открыл этот чат шпионский. Никогда не знаешь, где найдешь следующую подсказку. Ты всегда читаешь чужие сообщения, ё-моё. Только если говорят о чем-то интересном. Так. Ты меня осуждаешь? Немного. Ну да! Потому что все-таки конфиденциальность у человека должна быть какая-то, поэтому... Вообще, это нарушение закона читать чужие переписки, вообще, да. Зато читаешь их сообщения точно так же, как и я. Исключительно по твоей лукавке, ё-моё. Смотри за мой такой... голос. Просто, я тебе говорю, я приболел, поэтому... Ролики, может, и будут, подоск буду, но они будут таким голосом, да. Мне он только для того, чтобы найти Ханну. Надеюсь, нам удастся ее найти. Надеюсь, вам не важно, какой у меня там голос, вот. И я. А просто вы любите посмотреть эту игрушку, посмотреть любите, да. Я думаю, что Ричи сейчас рассказывает Джесси про тебя. Всякие выдумки, наверное. А, он сейчас включит чат и можем посмотреть. Посмотреть можем, да. Почему ты думаешь, что он станет играть? Он про меня ничего не знает. Всем даже не общались. Тогда это все довольно странно. Кажется, он собирался ей рассказать, почему тебе не доверяет. Джесси, наверное, мне расскажет. Хотя не факт. Возможно. Мне пора, у меня куча дел. Так. Опять, да, проходить? Окей. Так, ну что, Ревзи? Я прошел мини-игру. Так. Да, да, все. Я так что добралась до мотеля, пишет нам Клео. Но мисс Уолтер нет на месте, по крайней мере, за такую регистрацию. Может, там есть звонок? А? Конечно, я уже несколько раз ему позвонила. Раньше здесь на ресепшене работала Лили. Наверное, мисс Уолтер еще никого не нашла на ее место. У отеля сидит Альфи. Он играет в кучу грязи. Да какая разница? Я вот задам парочку вопросов, попробую по крайней мере. Напишу мне о том, как прошло. Напишу. Так. Томас до сих пор ничего не пишет. Так, опять проходить, что ли? Опять, капец. Ну, проходим опять тогда, ладно. Вот, эти мини-игры хотя бы полегче.
Ну что, репти, продолжаем, все. Ты тут? Так, какой магазин? Какой нафиг магазин? Какой нафиг магазин? Какой нафиг магазин? Так. Ты тут? Да. Я все-таки поговорил с Альфи. Он назвал меня подружкой твоей мертвой девочки. Я сказал, что она живая, спросил, кто мне наговорил такую жуть. Он сказал, что видел это. Так. Увидел, как он утащил лес мужчина без лица. Фу. Я так расстроена. Звучит ужасно. Да. Мы не сразу придумали, что такое. Что теперь будешь делать? Что ж. Альфи назвала мужчину без лица. Может, он как-то изуродован? Хорошая мысль. Но... До Скуди ходит множество мрачных легенд. Человек без лица — одна из них. Спроси про это у Джесси. Сейчас опять мини-игры надо будет играть, да? Она обожает всякие жуткие истории, особенно легенды до Скуда, так. Конечно, я этим займусь. Отлично. Хотя я не хотел бы, ну ладно. Но я пока отправлюсь на поиски миссис Салли. Так. Привет, Джесси. Так, потом еще раз проходить, да? Скорее всего. Вот еще проходить. Привет, Сеня. Я тут офисных рыбок кормлю. Ну, блин, не жалко, не можешь смотреть фотки. Ты много знаешь про легенды Дасквуда, ребятки, да. Типа Дасквуд — такой город. Да. Ну, выдуманный. Да, можно и так сказать. А возможно, не выдуманный, не знаю. Выдуманный, не знаю. Ты слышала про человека без лица? Конечно. Это наша одна из легенд Дасквуда. Альфа утверждает, что это он тащил Ханну в лес. На этом не сложно смотреть. Я расстрелял за Альфа пару раз. Я приглядывал за Альфа пару раз. Ты была его няней? Вообще, кто это, я не знаю, конечно, но... Надо спросить, вот такой. Ну ладно, уже все. Мисс Уолтер просила меня иногда за ним присматривать по ночам. Типа ребенок. Уже не знаю, чем она тогда занималась. Но вскоре я все перестал нравиться, что я за ним приглядываю. Наверное, ты ему не понравилась, так. Кто знает? Ну да. Бедняга, 18-й. Не хочу звучать грубо, но он может что угодно подумать. Раз он не захотел, чтобы ты была его няня, ему нельзя доверять. Но это, конечно, звучит очень некрасиво. Ага. Просто хочу сказать то, что, возможно, не все, что он говорит, правда. Ну, скорее всего. Да. Я-то уже так. Думаю, но это не значит, что я не стану рассказывать тебе легенду про человека без лица. Ой, погоди. Я добавлю Рищи в чат. А это обязательно этого Ричи добавлять. Он вырос за Скуди, а я нет. Поверь мне, оно того стоит. Подожди, за мной игровой чат. Так. Хорошо.
Бей, Рич все еще работает. Значит, тоже пора вернуться к работе. Так, ну опять что ли, да, проходить? Да, опять, ребятки, опять. Давайте в шестом режиме. Блин, давайте здесь. А ну здесь сложность, я вообще не знаю как. Просто я реально не знаю, как здесь еще проходить. Я и те, блин, проходил очень долго. Очень. Но ради подписчиков стараюсь. Я не понимаю, как вот эту мини-игру проходить вообще. Лучше я пройду вот этот вот, четвертый. Тут немного полегче. И в этот раз уже наверное. Да. Ну, в принципе, неплохо, неплохо, да. Вот сейчас будет легендарно, смотрите. Опа. Опа, она просто вот так вот. Так. Отлично. Ну, неплохо. Ну, это слабо было. Ой. Ну, это слабо было. Ну, тоже вообще фигня, зачем я это использовал. Мне кажется, не получится пройти. Не получится, да. Не получится, да. Не получится, да. Блин, ну это капец. А получается, ну да нет, тут. Ну нет, ну вот видите, все, одно действие. Я не пройду. Считай, одно действие осталось на твое налево. Просто там один раз. Блин, ну нет, я на видос буду проходить. Потому что, блин, тут вот иногда получается, иногда нет у меня. Я люблю, на самом деле, эти мини-игры. Но сейчас вообще не очень. Ну там и просто одно действие осталось, просто одно действие. Уже что-то не так там сделано, блин. Сейчас вообще еще хуже стало. Ну вот сейчас еще поганее все стало. То есть я не понимаю, одно действие всего лишь. У меня даже монетка уже нет, капец. Я мог просто докупить бы за монетки и все. Ну, все, это Unreal. Это Unreal.
Я же говорю, это Unreal. Отлично, вообще просто. Так, Ревзи, ну что? Прошло еще несколько часов. Вот. Я уже уставший. Да какого фига? Ну, хоть что-то. Да почему? Я хотел по-другому сделать. Одну. Одну, одну. Да блин! Все. Твою мать. Да нет, все, теперь вообще все ужасно. Да давай, давай! Твою мать, все. Все! Это GG, я ненавижу. Ненавижу мини-игры. Подождите. Да. Я уже думал, мы не пройдем. Все, больше не надо играть. Я хотел вместе с Али в центре. Мне нужно было поговорить с ней. Блин, почему нельзя? Сразу же мне позвонили, он рассказал. Сразу в зомб скачивать. Сразу же мне Сали видел Хан прямо перед тем, как она исчезла. Она сидела на террасе кафе Рэмбой, это через дорогу от аптеки. Она выбежала из аптеки, она выглядела очень бледной. Мне Сай сказал, что если бы не это, она бы, наверное, не заметила Хан. Она рассказала об этом полиции, но господам полицейским для этого не было никого дела. Дай-ка подумать. Думаю, на этом все. Мы должны выяснить, что Хан так напугала в этот день. Что она покупала в аптеке? Интересно. Я не знаю. Я не знал, что она болеет. Как я, да, сейчас болею, блин. Простудой. Ревью моя. Я что-нибудь придумаю, ладно? А я покажу, тебе стоит побольше узнать про человека без лица. Так, ну что, Джесси, ничего? А. Что? Это новые мини-игры, что ли?
Новые мини-игры, лол. Так странно, почему новые... Почему новые мини-игры, если третий сезон-то не начался, третий сезон? Точнее, третий эпизод-то не начался, все равно новый... То есть, ну, опять, то есть, сезон очень... То есть, я понимаю, если второй эпизод закончился, но нет, все равно... Мини-игры есть. Ну, конечно, обидно, потому что... Просто до конца вот во все играть, и мне так лень. До конца играть, ну ладно. Блин, ну обидно, реально, вы купили, я думал, уже все. Твою же налево. Ну почему вот? Что реклама просто была чем-то дерьмо, а не игры. Просто для чего они, я не понимаю. Ну, допустим, сейчас могу заступить и не пройти. Так. О, у меня горит пукан очень горит. Ну просто вместо того, чтобы историю проходить, я вот не могу, просто у меня, если я буду описывать слишком долго, то у меня запись может сама закончиться. Я бы записал бы, но у меня запись может закончиться, а я рисковать не хочу. Поэтому заканчиваю запись. Рисковать не хочу. Не, ну вдруг реально, типа, и все. Что-то делать. Ну, я хочу, чтобы запись сохранилась, потому что она вроде не сохраняется. Приложу хабаз, если не сохраняется. Вот в чем дело. Ой, бля. Ну и чё, всё? Всё? Я не прошёл за одной штуки. Стоп. Твою налево, я уже... Ай, блин, дорогие друзья, это очень жестко. Ладно, давайте еще решим. Это за мини-игры, игра становится немного скучной, то есть теряется сюжет.
Надо было потом скачать игру, типа, без этих... Без мини-игры, и можно эпизоды выбирать. Типа, просто вырвал второй эпизод. По-быстренькому дошел до сюда, и все. Без мини-игры намного проще. Ну, уже все. Не пройду уже все. Ай-ой-ой-ой-ой. Мне тут не нравятся вообще эти мини-игры, я ненавижу их. Ну уж видели часть теперь, я ненавижу мини-игры, ну ладно. Одно действие осталось. У меня очень горит пукан, сейчас очень сильно горит, но я стараюсь не бомбить. Но почему это так сложно? Кто хер, сраные мини-игры? Я хочу на него добавлять, не понимаю. Не, я закончу серию, когда будет что-нибудь такое жесткое, я вот закончу серию. Просто пока ничего интересного не произошло. Поэтому пока серию я не заканчиваю. Но меня не бесит мини-игры, из-за этого проливается ролик очень жестко. И сюжет теряется немного. Отлично. Не отлично. 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 Не отлично, так. Отлично. Не отлично. Не отлично. Не отлично. Вообще не отлично. Ужасно просто, очень ужасно. Давай, давай, ну. Ну и что мне делать? Три осталось этих, три штуки. Что мне делать? Сделаю так. Давай, давай, давай. Да, просто да. Всем привет в этом чате. Привет, Ричи. Что такое? Я уже час ночи, ребят, я уже очень устал. Сегодня хочется с вами про легенду доску. Ребятория. Тигру я болею. Я буду смотреть. Короче, сейчас Джесси расскажет про легенды доскуда, и ролик будет называться «Легенды доскуда». Куда? Да. О, это правда, Джесси, меня просто тебя уволить. Ну что, Ревзи, я вернулся. В общем-то, Джесси рассказывает про человека без лица и про легенды Доскуда. Ричи, прекрати, мы не можем насадиться с прямым духом. А так, возможно, Альфи что-то видел. Ну или ему кажется, что он что-то видел. Этот человек без лица утащил Хану в лес. Да, ведь, Сеня? Именно так. Но ролик будет называться «Человек без лица, запятая легенда Доскуда». Ну, как только она расскажет. Ого, погодите-ка.
Сеня с Альфой разговаривал? Нет, Клео поговорил с Альфой. Даже не знаю, что сказать. Вы уже рассказали остальным? Нет, я уверен, что нам стоит это делать. Наверное, Альфи все равно ошибся. Ну да, раз он все отстал, то, скорее всего, он ошибся. Точно. Итак. Что Сеня может узнать от нас про человека без лица? Это то у нас королева ужасов. Ага. Но вот только в доскуде вырос ты, а не я. Но я не верю во все эти истории и легенды. Я тоже не верю. Ха-ха. Речь не обязательно верить в историю, чтобы ее рассказать. Ну, ты знаешь, ее знаешь намного лучше меня, Джесси. Ладно, давай тогда ты просто заполнишь пробелы. Договорились. Рассказывайте, у меня тоже есть дела. Да, мне надо новый видосик на канал выкладывайте. Именно этот. Хотя я болею, но ролики все равно для вас пилю, как видите. Значит так. Ничего не говорить. Блин, по телефону не могу выбрать вариант. Легенда о человеке без лица стара, как сам Дасквуд. Ну, после этой истории заканчиваем видосик. Он живет глубоко в лесу и бродит по улицам Дасквуда ночами. Он помечает двери самых злостных грешников знаком ворона. И в ночь первого новолуния как года он возвращается к помеченным домам. Он забирает всех до последнего, кто живет в доме. Мужчин, женщин, детей. Неважно, виноваты они или нет. Что он с ними делает, неизвестно, так ведь речи. Ну да, легенда такая, страшноватая. Вроде как он забирает их в лес. Ё-моё просто. Что это за человек без лица такой? Какой ужас просто, реально. Если это правда, то это очень просто. Понимаешь, что это неправда, но... Если именно правда окажется в игре, то это ужас, реально. Согласен. Но каждый говорит свою легенду. И это правда. Ха-ха. Ха-ха. Отлично, раз мы с этим разговариваем, может, поговорим о кое-что, чем действительно важном. И это опять надо будет мини-игры играть, да? Какое отношение это имеет к ощущению Ханна? Не имею ни малейшего понятия. Мне просто рассказала про это Клео. Что ж. Вопрос закрыт или что? Давайте попробуем по этим проблемам разумно. И Рич, ты такой зануда. Ага. Так и есть. Боюсь, тебе придется подождать. Мистер Палмер уже припарковался и идет к нам. Опять мини-игры играть. Я предпочел, чтобы это был человек без лица. Ты же в него не веришь, а? Ну вот, конечно. Ну что, ребят, все такое получился видосик. Спасибо за просмотр, всем удачи, пока. Всем пока-пока. Я решу 3 мини-игры и потом вернусь сюда. Пока-пока, дорогие друзья, пока-пока.